Покрывало, пледы, комплекты постельного белья. Заместитель директора предприятия Виктор Гонопольский показывает продукцию, которую они изготавливали еще совсем недавно. Сегодня пришлось подстраиваться под, как говорится, реалии жизни. Конечно, писать всегда тяжело. Если мы раньше шили там шторы, постельное белье и так далее, и тому подобное, то маски на маски довольно много времени уходит. И, ну, люди зато при работе остались. При работе остались, конечно, не все, но для половины сотрудников дело нашлось. В цехе трудятся закройщики, швеи, упаковщицы. Руководство предпринимает все необходимые меры соблюдения безопасности. Перед сменой измеряется температура, нам, кстати, тоже измерили. Все рабочие места располагаются с соблюдением социальной дистанции. Производство масок начали несколько дней назад и сегодня уже наращивают темпы. В среднем 1200, 1400, 1500 масок в зависимости от наличия сырья. Этот материал называется спанбон. Именно из него шьют защитные маски. На изготовление одной уходит примерно 3 минуты. Вот такая она получается в 3 слоя. Мехрихон Тураева в день шьет более 300 масок. Женщина считает, что ее труд сегодня необходим стране. Уже мы привыкли на эту работу. Нормально мы работаем, хорошо. А Айтулко Намрукулова трудится на предприятии уже 5 лет. Говорит, рада, что есть возможность работать. 2-3 дня мы уже руки набили, шьем нормально, отлично, все хорошо. Но каждый со своей силы постарайся, чтобы нормально, хорошо, качественно, отлично шило. Готовую продукцию предприятие упаковывает и отвозит заказчикам. Один из них – администрация муниципалитета. Также маски предприятие реализовывает непосредственно на месте. Татьяна Бралова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.